Отлично, спасибо. Заходите большое, к нам, ребят. Проходите. Поднимайтесь. Да, будьте как дома. Доброе утро. Подходите сюда ко мне. Доброе утро. А вот да. даже руководителю не отвечает. Не танцуют, все в танцы, они все даже в танцы. Сонные. Да, а да, вот да. Здороваться с утра, это, знаешь ли, дело такое. История волшебной лампы. Именно вот такой красивый танцевальный фрагмент мы увидели у нас в программе. Давайте знакомиться. Студия «Пластилин» и художественный руководитель Яна Солусенко. Доброе утро. Доброе утро. Расскажите нам, это «Аладдин», мы, конечно, все узнали, мы все поняли. Девчонки. Расскажите нам, пожалуйста, вот вы, когда эту лампу трете, желание загадываете? Да. Загадываете? Да. А что загадываешь ты? Чтобы в девочку влюбиться. Чтобы что сделать? Ну, нет, я имею в виду в жизни, не в танце, а вообще. В жизни? Угу. А что бы ты загадала, если бы у тебя реально была волшебная лампа? Ну, конфет много, ну что-то. Нет. Нет. А ты что бы загадала? Я бы загадала много денег. Так, отлично. Я бы загадала самую красивую собаку. Самую красивую собаку. Я бы загадала всего-всего самого хорошего. Самого хорошего. Ты кому денег, кому собаку. Ну что, ты придумала уже? Кота. Кота. Я бы загадала собаку. Собаку. Я бы загадала котика. Котика. А я бы еще раз в Турцию бы поехала. Вот так, молодец. Вот такие вот желания современных детей, понимаете? Да. Отлично. Собаки и котики лидируют, но есть в нашем списке деньги и Турция. А что, вы не распускаете детей на лето? Как нет, принято? Мы отдыхаем. Или отдыхаетесь? Вам огромная благодарность за то, что мы выступили. Вы понимаете, мы артисты, сейчас мы не выступаем, мы страдаем. Мы вам благодарны, очень рады тому, что девчонки снова в этой атмосфере, они волновались, мы готовились, мы вчера собирались, готовились, вспоминали. А так мы, конечно, отдыхаем сейчас. А летом на природе, вот сейчас же появилась возможность заниматься на открытых пространствах, потому что в помещениях пока нет. Занимаетесь, ну не знаю, на Татышево, может быть, или еще пока где-то. Нет, июль мы отдыхаем. Пока у нас теплый июль, мы будем отдыхать. Да. А чем занимаетесь? Ну-ка рассказывайте, что делаешь на каникулах? Я, бывает, ездю на дачу. На дачу, хорошо. Так, дайте я по всем пройдусь. А ты чем занимаешься на каникулах? Купаюсь в бассейне или гуляю. Отлично. Хорошо. А мы хотим поставить на даче бассейн, и мы вчера были на бар, то вы купались. Вот так вот. Успевайте, то у нас лето короткое. Я завтра поеду к бабушке, сегодня, то есть. Уже сегодня к бабушке? А где бабушка живет? Далеко? Не очень. Не очень? Не очень. Гуляла бы на улице. Гуляла бы? А что, не пускают? Пускают. Я дома рисую. Дома рисуешь, отлично. Я живу на даче и играю на пианино, и гуляю. У тебя на даче пианино? Да. Круто. Ничего себе. Вот такое вот лето беззаботное у детишек. Но мы надеемся, что все-таки к осени вернемся в привычный ритм, да, не только танцевальный, но и жизнь для многих из наших зрителей. Мы вас благодарим, вам говорим спасибо и желаем хорошего лета. Спасибо. Идей вам творческих и новых танцевальных. А наша программа продолжается.